Лебедь шипун, скорее всего, что самка взрослая, с рамой левого крыла. Ой, как мы шипим, шипим, да деточка, тебе спасли от смерти. Видишь, у тебя крыло оторвано. На конце левого крыла видны следы укуса, оторваны маховые крылья. Прямо свежая кровь. Вот она, несчастная птица, была доставлена в приют. Пока она не понимает, что происходит. Мы ее поместили в карантин. Вот оглядывается. Вот, положили свежую водичку, еду. Ну, будем ждать хороших новостей. Птицу проверим, обработаем, начнет кушать, все будет хорошо. Да ты, матушка, периодически прямо дергает крылом, похоже, больно. При осмотре обнаружено, что очень горячий сустав, где видно следы перелома. Но перелом вызван, стреляли птицу, сволочь. Птица не улетела. А вот здесь у нас пищит другой маленький лебедь. Вот, посмотрите на это маленькое чудо. Птицу, малышка. Это птенец лебедя-кликуна. Друзья, не поверите, на ощупь еще вот этот детский пух. Да ладно, ты самый маленький, ты не улетел. У него тоже травма. Да что ты будешь делать левого крыла? Да ладно, мамку, мамку зовет, смотрите, вот. В каком составе крыло. Да, да. Мы сейчас тебе еду поставим. Кисочку. Вот, будешь греться. Сейчас, поставь, Сейчас, ням-ням. Так, все, насыпь туда половину. О, смотри. Смотрите. Да, иди, ешь, иди. Айда, кушать, айда. Ну, вкусно. А, непривычно, да, тебе? Непривычно кушать. Давай, придется. Придется кушать пшеничку. Зернышки, да. Ух ты, кликун какой. Да ладно ты. Да ты хороший, да. Мы с тобой подружимся? Давай, ешь, Ешь.
Ешь. Подожди, я тут водичку поставлю ближе. Да ты матушка моя. Все, все, я ухожу. Я ухожу. Да ты матушка моя, ты водичку пьешь. Давай еще ешь. Помощницы мои тут улыбаются. Все переживаем. Неожиданно для нас. Вечер, звонок. Открывайте двери. Одна сумка, вторая сумка. А в сумках лебеди. Что творите, люди? Так лед на льде сидел, не пил, бедный. А чем они питаются? Ну, в основном водорослями сейчас. Куда-нибудь. Их нету. Знаешь, чуть-чуть возьми горстку, брось туда водичку. Давай ешь. Ешь, ешь. Вот как вкусно, да? О, как вкусно. Во. Да, да, вот так надо кормить, скажем, маленьких лебедющек. Да, вот так надо. Еще насыпь, конечно. Будешь крестной мамой. Давай, давай, вкусно, вкусно. Голодный. Не то слово. Он даже пищит, как ребенок маленький, голодный. Да, да. Это твои новые папа и мама здесь. Идет тебе, дочка. Да. Да, сейчас поешь, отдохнешь. Да, под лампой погреешься. А завтра мы тебе уже нормальное помещение сделаем. Ох, шипуны как шипят. Что надо? Это наполнитель, да, убери. Да, да, не жалуйся. Видишь, тебя никто не обижает. Плохие люди остались за дверями. Все. Все. Да? Да, 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 да. Дайте немножко. Ну все.